Мы крайне заинтересованы, чтобы вы жили спокойно, не переживали по поводу разного рода пандемий. Мы это замечаем, что этот омикрон – это совершенно другой вирус, если он вирус. Может, я подозреваю, что это просто мы скатились уже к обычному гриппу. Он не дает пневмонии. Я говорю это как человек, который сам второй раз уже этим переболел. Он пневмонии не дает. Я, например, на ногах его перенес и заметил только в конце, когда какой-то там тест сделали. В России правильный взят курс. Это в основном амбулаторное лечение. С этим вирусом не так люди болеют. Ну, конечно, есть старики, есть люди, которые склонны болеть вирусами. Это люди с сердечно-сосудистыми, и сахарный диабет, и онкология, и астма, там вот такие болезни. Конечно, надо поберечься, но особо переживать не надо. Надо просто жить.